Сними видео. Фамилию. Там что, девушка? Говори свое, слышишь? Вот. Нет, сейчас я с участковым так разговариваю. Заберу. Забери. Ладно. Давайте, давайте, я это так тоже не оставлю. Я все записываю. Садись. А почему меня дал? Сволочь поганая, а ты тварь. Так, вот я пусть отсадишь машину. Ну что делать? Подошли, в отдел забираю. Я скажу, блин, сотрудник полиции при исполнении. Вот. Отойди от Егора. Отойди, ребенок. А что ты трогаешь? Это нормально. Пойдешь свидетелем. Я не пойду. Пойдешь свидетелем, и вы свидетелем пойдете. Там видео достаточно. Отойдите, да. Я не пойду. Вы издеваетесь? Мы издеваемся. Это оскорбление при должности лица. А кто здесь? Вот, какой? Руки убери, пока тебя не забрали. Да. Кого? Его не забрать, мою жену. Уберитесь отсюда, пока, ребята. Это ты, ребята, успокойся, пожалуйста. Что это происходит вообще? Давай. А вы слышали? Вызывайте полицию, все, вызывайте полицию. Девушка, раз что-то интересует, могли бы показать в отделении? Что это такое? Вы его увидите. Вы тоже на этом видео. Так, полиция, что, вызывайте. Да. Вызывайте. Сюда, полиция, вызывайте. Вы поздно, пожалуйста. Вы сами слышали меня оскорбление. Вы не увидели. Я слышу. Вы видели, как она машину кинула? Все, садитесь. Вот вы будете свидетелем, что он применяет физическую силу. Вызывай полицию, все. Давайте, все. Так, это, Леш, пойдешь свидетелем? Будешь? Вот получается, уже одна машина не проехала. Мы сейчас пошли вас встречать. Натравили на нас собак. Я с детем кое-как отбилась. Я говорю, убери собаку, ей смешно. Нахрен, идите, все тут. И погрызет, и ничего. Просто, ну я не знаю, как так уже можно. Вот здесь вот проживают в этом, на этом участке, да. Вот их ограждение, да, из металлпрофиля, скорее всего. Вот их эта машина специально, видите, как поставили ее. Вот, вот она вся с бутылочкой уже стоит. Вот. Стопе, понятно? Вот вы видите, если уберите к вам такое. Женщину. Это не ее муж, он. Я сейчас сяду на голову. Машин свои руки. Ну представляете как? Это вообще кошмар. Смотри. Это вообще кошмар какой-то. Валила. Мам, не надо, все, не, это пьяный человек, не надо связывать. Все, отойдем, отойдем. А у него, кстати, еще, знаете, что, приезжает к нам это... Ненавидит, а тут еще у нас Романка вонючая. Молодой человек, вы слышали, что она говорит? Зарегистрируйте, пожалуйста, вот эту клевету. Зарегистрируйте эту клевету, пожалуйста. Ну что, я дежурный участковый. Ну а вы видите, что она творит? Ну и что мы сейчас? Никак ничего не доказываем.